Всем привет! Сегодня у нас второе видео по проекту Wrongs. Сегодня мы с вами более детально поговорим о ICO данного проекта. На данный момент они собрали уже 25 миллионов 372 тысячи 558 долларов из 50 миллионов. Это их хардкап. Давайте поговорим более детально о токене. Токен ERX, он будет на платформе Ethereum ERC20 и будет использоваться в качестве основной монеты на их бирже, поддерживая использованная данная система. Оплаты, произведенные в токенах ERX, будут представлять скидку, стимулируя трейдеров использовать токен во всех платежах и транзакциях. Ну, это как и на других биржах, у которых есть свой токен, а здесь все будет токен для этого же. Для скидок, для уменьшения комиссий и так далее. Также владельцы токенов RX получат множество преимуществ в зависимости от уровня холдинга криптовалюты. Они получат доступ к дополнительным услугам и привилегиям в экосистеме Wrongs Group. Ну, это скидка в спредах и торговых продуктах, также бесплатная карта и вип-счета без каких-либо требований, бесплатный виртуальный сервер без требований, далее дисконтная стоимость на управление торговым портфелем, дополнительная комиссия для представляющего брокера. Также вы можете обновить аккаунт представляющего брокера, аффилиата без дополнительных требований, ну и открытие торгового аккаунта на базе RX для торговли CFD на торговых платформах IronFX Group и депозиты вывода в RX. Частная продажа токена длилась с 20 июня по 30 августа, и успешно продали они тогда 67 миллионов плюс токенов по цене за 33 цента. Ну и каждый токен общей стоимостью получился у них 22 миллиона 338 тысяч долларов. После успешной части продажи я решил выпустить дополнительно до 82 миллионов токенов для публичной уже продажи. Давайте посмотрим. Начало продаж — это 1 ноября 2018, ну и окончание у нас получается 15 декабря 2018. Минимальные инвестиции всего лишь 100 долларов, и принимают они к оплате это биткоин, эфир и вэр. Количество токенов для продажи, как я и сказал, это 82 миллиона 308 тысяч. Цена сейчас уже за токен составляет 42 цента, да, на частной продаже это было 33, ну на то она и частная продажа. На основной продаже цена за токен всегда выше. Хардкап, как я и говорил, у них 50 миллионов. Также в зависимости от того, сколько вы будете инвестировать, вы получите, конечно же, бонус. Допустим, если это 50 долларов, то это 5%, 150 это 10%, 250 это 15%, 500 это уже 20%, ну и миллион это уже 30%. Также вам необходимо будет сделать курс. Это будет применяться ко всем инвесторам. Ну и публичная продажа токена будет открыта для всех потенциальных участников, за исключением граждан таких стран, как США, Кипра, Бирмы, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сирии, Крыма, Бангладеш, Боливии, Судана, Эквадора, Египет, Кыргызстан, Япония, Южная Корея, Китай, Марокко и Намибии. Далее давайте посмотрим с вами, как же будут распределены доходы. Но у нас, как мы видим, основная часть пойдет, конечно же, на разработку системы. Также 35 на различные операции, 15 на маркетинг у нас уходит и 10% на правовые требования всякие юридические. Далее распределение токенов. У нас 40% на pre-ICO ушло и на основную продажу, 10% на ликвидность. Команда управления 15%. В сообщество они выделили 8%, советники и партнеры 10%, ну и сама компания это 17%. А вот такие вот детали ICO. У вас еще есть время, чтобы приобрести токены, инвестировать в данный проект. Это вы можете сделать до 15 декабря, до 3:00 по Гринвичу.
На этом я завершаю свое видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.